Вы смотрите новости МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. Четвертый совет общественного объединения «Локальный профсоюз работников сельского хозяйства» прошел в Петропавловске. На встрече подвели итоги работы, проделанной за год. Татьяна Есельская расскажет подробнее. Профсоюз работников сельского хозяйства Северного Казахстана объединяет 125 первичных организаций. Это свыше 6 тысяч человек. Их роль с каждым годом приобретает все большее значение. Важность таких соглашений очевидна, говорит Бекет Нугуманов. Есть коллективный договор, есть защита трудовых интересов. На 1 апреля текущего года в организациях, состоящих на профсоюзном учете общественного объединения, заключить 125 коллективных договоров, причем 3 коллективных договора из них заключено уже в первом квартале текущего года. В наш профсоюз вошли 3 новые профсоюзные организации. Привлекать в профсоюзы нужно молодежь, активно вести работу через социальные сети, научиться открыто говорить про свои недостатки и упущения. Сельское хозяйство региона должно быть экономическим драйвером страны, отметил Егор Капель. Для этого необходимо защищать права рядовых работников и предоставлять социальную или материальную помощь. Ежемесячно каждый член профсоюза отчисляет взносы по 1% от зарплаты. Вот отчисляет он, допустим, 1%, я условно возьму, 100 тысяч, там, 1000 тенге. 1000 тенге человек отчислил, он знает, это его. Первички остаются. Остается 30%, 300 тенге. 10% он должен отчислить туда, в этот, ну, центральные органы. Достойная заработная плата, хорошие условия труда, соблюдение режима работы. В хозяйстве, где существует первичная профсоюзная организация, права работников предприятия защищены. В Акаинском районе у Владимира Руденко есть своя ферма. Работает всего 4 человека. Аграрий установил тесное социальное партнерство с профсоюзом работников сельского хозяйства. Нашим рабочим для поправления здоровья, значит, путевки предоставляют, предлагают льготные наши санатории Казахстана. Ну, в общем, профсоюз работает хорошо. Вот был конфликт у нас с покупателем по технике из Алматы, поставщики. Мы вот благодаря профсоюзу нам предоставили юриста, и мы выиграли. Местный профсоюз работников сельского хозяйства также проводит общественные и благотворительные акции, помогает ветеранам и многодетным семьям. Активистам объединения сегодня вручили государственные награды «Енбек Данкы» и медаль «Курметте Ардагер». Татьяна Есельская, Дильнуржанов, новости МТРК.